Короче, всем привет, ребят. Сегодня мы идем кататься с моим другом на самике моем новом. А обзорчик смотрите на канале. Скоро будет. Да, сегодня мы пойдем. Он будет не светиться, не будет камеры. Это мы вчера порисовали граффити с меловой краской. Ладно, ребят. Магия. Не светись. Короче, ребят, я не буду болеть его лицом. Не может прятаться. Называется как? Сейчас я Миша звоню, смотрите. Ты тут прям сидит, руки не можешь свои показать. Дим. Ты руки боишься показать свои? Он не отвечает, ребят. Алло. Миш, а я тебя хочу спросить, ты с Димой, ты дружишь? Если ты с ним не дружишь, я с ним вообще не буду дружить. Но мне кажется, все равно. Ну ты с ним дружишь? Да ни с кем я не дружу, по сути, из класса. Просто общаюсь. Ну, короче, Миш, давай быстрее только. Я сейчас с этим другом. Угу. Давай. Все. Сейчас. Хорошо. Я записываю ролик, если что, на YouTube. Давай. Че? Я записываю ролик на YouTube. А-а-а. Давай. Ну ты ведь знаешь, где я живу, да? Да. А-а-а. Давай быстрее. Да. Короче, ребят, это я же с ребятами. Короче, ребят, мы ему позвонили, и типа он говорит да-да. Сейчас мы будем кататься на самокатах. Короче, ребят, мы сейчас называем как идем к так называемой Пасхе. Самокаты. Вот у нас. Сука, как по этому дерьмище, блядь, идти. Я не понимаю. Это пиздец полный. Я ставлю дисклеймер. Ютуб, не забань мое видео. Я ставлю дисклеймер. Ютуб, не забань мое видео. Она не привлечена. Не стой тут, смотри. Хорошо, ребята, сейчас буду сходить. Как давай хорошо. Почти. Может, на другой попробуешь? Ух, сейчас. Они не прикручены. Попробуем других, они прикручены. Короче, всем привет. Я сейчас около скейт-парка, который рядом с Армовичем. Вот, смотрите. Сейчас я жду Кирилла. Он где-то бродит, прям вообще не понимаю, где. Ой, речка вообще в жопу. Там рыбак сидит, вон, смотрите. Короче, так. Это не он? Нет, не он. Ну, короче, через пару минут... Не, для вас пару секунд, для нас пару минут. Сейчас я дождусь Кирилла, тогда опять запись пойдет. Ну, короче, все ждите. Сейчас делаем. Ладно. Короче, ребята, он поехал. Все, сейчас. Здесь. Блять, Миша. Ай. Ага. Я стоп бегу. Так. Съезжай, съезжай. Ну, прыгай просто вниз. Ты дурак? Миша долго тоже не будешь ждать. Сейчас. Прыгни вниз, и все. Я же страшный. Прыгни вниз. Ладно, как? Просто прыгни! Вот, возьми. Смотри, возьми. Да. Вот так. И сюда прям вылетит. Хочешь с вами... Я так Диму учу. Дим, скажи там что-то. Миша, давай что взяли. Я не буду опять трогать. Миш, ноль зарядки. Ноль батареи. Давай. Давай.
Прыгай. Хорошо, ребята, там прыгает. Давай. Давай, все, Миш, не ссы. Не бойся, ничего с тобой не случится. Миш, зарядка, Миш. Зарядка, давай. Да покоришь весь мир, Ютуба. Все, пошла. Ставлю вип, пробуй. Лё, почти трёх. Выключай. О, видишь, там зелёный? Да. Это его. Бля, чё за качество? Ты снимаешь? Я качество. Ага. Это нахуй пикселем всё. Как в Майнкрафте. Ну, может. Кому лучше? Нахуй ты сюда вип долбишь? Хотя бы туда вип. Вот на книжку делай вип. Да. Нахуй сюда долбить вип? Я сюда влезть не смогу. Короче, ребят, мы все сдохли, камера 0%. Я еле включил, мы идем. Да, пожалуйста, ребят, это все прочитать нужно, да. Потому что если вы не прочитаете, вы не поймете, что происходит. Пожалуйста, в данном ролике присутствует сложное мемо, неиморативная лексика. А также я тоже строльник, автор не пытается скрывать ваши чувства. И все это делается. Шуточные формы. Кстати, шутки говно. Подписывайся на канал про Батя Дарк. Миша Посеченко, ВК, Его. И Кирилл Жуйков, ВК. Это тоже его.